Отъехав от Кирова километров на 100, полагаться только на банковскую карту бессмысленно. В котельниче расплатиться по ней получится мало где. На данный момент как бы нету на кассе терминала. А вообще планируется это? Ну да. Магазины, в которых можно расплатиться по безналу, жители котельничи могут по пальцам пересчитать, так же, как и людей, у которых есть карты. В этом магазине, например, их максимум 15 в день. Личные все равно должны остаться, потому что ведь мы не только в магазинах покупаем, у нас и на рынок ходим, и такие магазины простые. Хожу в Березку, это второй магазин, куда я хожу. Там периодически есть, скажем так. Но меня периодически не устраивает. То есть тоже. Не работает, как? Да, да, да. Вот. И в Стригинский магазин, который называется магазин Южный. Там тоже этого нет. Вот. Понятно. Так мне зачем это? Банковские карты районные жители продолжают использовать больше как сберкнижки. Речи о безналичном расчете и электронных деньгах в таких поселениях, как деревня Сизенево, даже подумать пока сложно. Им бы мост через реку отремонтировать, чтобы снабдить жителей продуктами питания. Единственный, кто может в весеннем половодье добраться на другой берег – Алексей Лубнин. Там все, мешки там с мукой, с сахаром, со всем. Все это перевозится на мои лодки. Возможно, когда-нибудь цивилизация доберется и до этих жителей, но таких территорий по стране достаточно, чтобы называть предложение Минфина преждевременным.